Во всех регионах России проводится акция «Блокадный хлеб». Она призвана напомнить людям о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду города. Северский район не стал исключением и тоже принял участие во всероссийской акции. 27 января на площади Северского дома культуры люди собрались, чтобы почтить память жителей города на Неве, что прошли испытания голодом и холодом 76 лет тому назад. Хочу выразить самое глубокое уважение и признательность нашим ветеранам-блокадницам, которые преподнесли нам урок небывалого мужества и самоотверженной стойкости. Сколько бы лет ни прошло, память о великом подвиге будет жить в наших сердцах, наполняя их гордостью за свою страну и любовь к родной земле. Никто не знал, когда конец войне, и сколько жертв потребует блокада, и кто сгорит в неправедном огне. Но выжили герои Ленинграда, а впереди 500 ночей и дней сражались все, кто оставались живы. И с каждым днем удары все мощнее, и, наконец, настал момент прорыва. Истории скрижали говорят, лишь 7 чудес хранит земля планета. 8-е чудо – это Ленинград, 7-е однажды к вечности воспеты. В этот день любой житель района мог получить кусочек блокадного хлеба. В те годы его выдавали по 125 грамм в день на одного человека. Да и хлебом это было назвать сложно. Его пекли из мучной пыли, отрубей, коры и жмыха. Блокаду Ленинграда сняли 27 января 1944 года. Она продлилась долгих 900 дней. В честь этого установлен День воинской славы России.